Привет! Это, наверное, будет последнее видео на сегодня. У меня еще есть два аромата от Шанель, на которые я сделаю видео. Это вот такой аромат коко, туалетная вода. И еще вот такой аромат номер 5. И это парфюм. Но сейчас я сделаю видео об аромате Allure Sensuelle. И у меня он в Le Parfum. Он сейчас на мне, и я сейчас вам прочитаю ноты. Пачули, мандарин, персик, бергамот, розовый перец, ирис, жасмин, турецкая роза, сухофрукты, лабдан, специи, сандал, лаванда, ваниль, ветивер, амбра и пачули. Пачули вроде бы как были в начале, да. Но я списываю ноты сердца, в общем, все ноты, которые есть, я не разделяю их на три категории, как обычно, я просто списываю все, что есть, поэтому, скорее всего, пачульки есть в начале и пачульки будут в базе. Скорее всего, так и есть, потому что это просто пачулевая бомба. Это вот как Allure. Вот. Как Allure, но только добавьте туда горстку. Такую хорошую горстку перца. И сыпаните туда еще пачули. Таких конкретных пачули, как в Midnight Poison. Или даже немножко более конкретные. Все это замешайте с Allure. И вот... Вот будет Allure Sensuelle. Кстати, я, по-моему, не сказала о помаде. Помада у меня номер 882 Fiery Fuchsia Matte от Maybelline. Но это не совсем мат. Она, как видите, у нее есть блеск. Она более сатиновая такая. Но сама помада очень красивая. Она такая мега комфортная. Очень-очень классная. Это... духи. Но вернемся к аромату. Аромат мне очень нравится. Если вам нравится Allure, классический Allure, например, туалетная вода, но вам бы хотелось, чтобы что-то было еще чуть побольше там чего-то, экшена какого-нибудь, то, мне кажется, вам стоит обратить внимание на Allure Sensuelle. Я не скажу, что эти ароматы так уж совсем братья-близнецы, скорее нет, чем да, но тем не менее, конечно же, можно проследовать какие-то одинаковые нотки. Например, вот эта вот база, которая есть в Allure, она есть и в Allure Sensuelle, только вот на ней немного меньше белых цветов, есть пачули, есть перец. В общем, аромат, в принципе... Он другой. Кстати, вот даже здесь, когда вы нюхаете просто из бутылки, вот в носу перец и пачули. Этот аромат мега стойкий. Тот аромат уже стойкий, Allure в туалетной воде, который у меня, он очень стойкий. Этот аромат еще более стойкий. Если я обычно делаю свои обычные 8 пшиков, с этим ароматом я могу даже сделать, например, 4. Для того, чтобы как-то минимизировать влияние этого аромата на окружающих меня людей. Этот аромат мне очень нравится. Опять же, вопрос о том, куда этот аромат можно одевать, куда этот аромат нельзя носить. Это такой спорный вопрос. Ну, для меня он очень даже такой простой. Если вам нужно в этом аромате пойти купить круассаны к завтраку в 7 утра, идете покупаете круассаны в 7 утра, этот аромат не будет противиться, он пойдет с вами. Он вам ничего не может сказать, вот, потому что это все-таки просто аромат бутылки. Насчет уместности, если вам нравится этот аромат, он априори будет уместен. Если вы чувствуете, что как-то это слишком официозно, значит, ну, просто вы действительно разделяете места, куда можно пойти, куда нельзя пойти в том или ином аромате. Я такого не делаю, поэтому
гипотетически мне понадобятся круассаны в 7 утра, и на мне будет этот аромат, ничего страшного. Круассаны купятся с этим ароматом абсолютно точно. Насчет возраста. Мне кажется, что из-за того, что здесь пачули, и они очень явные, во-первых, нужно любить пачули. Обычно вот такие прям пачулистые пачули, люди, которым меньше, чем 20 лет, обычно они их не очень любят. Поэтому этот аромат я не вижу на человеке, которому 20-25 лет или меньше. Вот от 25, может быть, выше, может, вы как-то уже будете более понимать этот аромат. Меньше, чем 20 лет, я вообще не представляю, чтобы кто-то его вот захотел. Потому что все-таки пачули — это такая вещь. Опять же, есть исключения из правил. Есть такие люди, которые в 15 лет... я знаю лично такую даму. В 15 лет она совершенно спокойно брала у мамы Шанель номер 5 и носила Шанель номер 5. Ей нравилось 15 лет. Вот, поэтому это все очень даже так индивидуально. Но мне кажется, как правило, чем вы старше, тем вы лучше поймете этот аромат, и тем вам пачули покажутся более интересными, чем вот... Я, например, в 20 лет, в 18 лет, хоть у меня и была полуночная красотка от Нина Ричи, в которой там специи и все такое, но вряд ли я бы поняла вот эту вот пачулевую бомбу. Но опять же, смотря кто как любит. Аромат хороший, стойкий, шлейфовый. 100% у вас будут спрашивать, что за аромат будет вести носом, когда вы будете проходить мимо. Потому что это вот те ароматы у Шанель, которые вот привлекают внимание людей. Несмотря на то, что вроде бы как ничего в них такого и нет, но вот что-то там такое шанелевское есть, что все-таки они приятны людям. Поэтому однозначно будут у вас комплименты, однозначно все будут вам аплодировать стоя, что у вас такой хороший аромат. Женщины, даже мужчины иногда могут спрашивать, что это на вас такое. Кстати, прочитала одну такую мысль, и она была, кстати, не одна, их было несколько у совершенно разных людей, что этот аромат немного мужской. Я не знаю, может быть, он и мужской, я вообще думаю, что аромат можно наносить кому угодно, если он вам только нравится, этот аромат. Но чисто вот если так вот просто взять, понюхать мужского, я в нем абсолютно ничего не чувствую. Опять же, пачули, лаванда, этот амбра и ветивер, они есть в мужских ароматах, но здесь они не в таком количестве, чтобы вот прямо, чтобы мужчины могли носить этот аромат. Насчет того, что здесь есть лаванда, я не очень люблю лаванду, и, к счастью, я ее здесь не чувствую. Может быть, она здесь есть, но она здесь-то очень-очень хорошо спряталась от меня. И хорошо там и сиди, не вылазь. Кстати, здесь еще есть роза, и она тоже от меня спряталась. Она, наверное, в той же дырке, где и лаванда, так там и сидите. Не вылазьте. Вот, я не знаю, что вам еще рассказать насчет этого аромата, кроме того, что этот аромат мне очень нравится, он действительно классный. Его стоит попробовать, его не стоит брать, его еще более не стоит брать без предварительного затеста, чем вот классический Allure, это точно, это вот из-за вот этих... Привет, у меня закончилась батарейка, поэтому мне пришлось это видео прервать. Ну, собственно, оно само прервалось. Вот, но я уже заканчивала, кстати, так что больше мне сказать было нечего об этом аромате. Решила просто с вами прощаться. Пока-пока. И завтра еще будут другие видео на ароматы Шанель. Я и мой аромат с вами прощаемся. На этом все. Пока.